Олени, упряжки и ездовые собаки – как еще один способ передвижения для российских военных в экстремальных условиях Заполярья. Первые занятия по освоению столь экзотического вида транспорта провели разведчики из отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота. Навыками управления упряжками поделились с бойцами опытные каюры. Но для обогрева, на улице стоял 30-градусный мороз, очень пригодились традиционные жилища кочевых народов Крайнего Севера – чумы. По словам военных, на их сборку уходит всего 15 минут.